Так вот. Вот так вот. Опять иду. Листья большие. Тырым-пырым. Я как всегда у этой карусельки. У этой карусельки. Ты стоишь, ты стоишь. Песенку поешь. Как же делать так, чтобы песенку не петь? Эх, бабуля, бабуля. Я крутая бабуля. Ой, ладно, девочки, продолжим потом. Человек имеет, вот у нас инстаграм такой, девочки, мальчики, вот такой инстаграм для объявлений. Кто-то это чупа-чупс потерял. Ой, я не могу. Как всегда, стою на остановке, жду троллейбуса, трамвая, бух ты мой. Прогулка у меня. Прогулка такая. Что же мне делать, я-то не знаю. Ой, 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 ой. Тырым-пырым. Время там. Лезем так. Смотрите, новая вот эта вот штука. Скидка на эту покупку 40%. Ну смотрите, ну какой 40%? Ну чё, а это 32. Это вот смотрите какая вот. Ты чё купай? Такой. Здесь вот такой вот. Непонятно что. 400 рублей. Такая вот дешевше. Короче, вот такие кусанчики. Всякие разные. Короче, один можно купить. 175 рублей вот такая. Короче, вот так вот. Даркмарк. По дорожке ломовой. Мы идем с тобой домой. Видите, такая красота. Мимо-мимо. Как всегда, девочки. В ресторане, в ресторане. Еще раз вам показываю. Аля улюм. Красота. Вот такая вот. Уть-уть. Красиво. Пойдемте. Мимо. Мимо-мимо. Такая вот красиво. Как всегда. Да, вот это вот, смотри, этот. Это как его. Тоже цветет красивым. Это мохнатый шмель называется. Пыры. Фух. Короче, у меня тут конфетка есть. Конфетка. А, нет, вот там. Розочку я покажу, подождите. И что такое? И вон там тоже. И что такое? Красота. И вон она, смотри. Тоже. Короче, вот так вот. Тыры-пыры, растут тыры. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Как всегда. По парку гуляю. Жизнь прекрасна, ребят. Только я. И только ты. Не-не-не. Не-не-не. Конечно, конечно. А что делать? Смотри. Роза, роза, роза чайная и бокал вина. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тра-та-та-та-та. Короче. Ну я как обычно за кофе иду. Знаете, ребят, можно много чего придумать. Когда вот один человек, короче, там. Ну, я смотрел, не буду называть имени. Говорит, что, мол, уже, то есть я не хочу снимать. Неохота. Неохота снимать. Короче говоря,
видео нету смысла. Не знаю, девочки, мальчики, у меня есть. Где-то есть смысл, где-то нет смысла. Для истории видео надо снимать. Хочешь ты этого или не хочешь, понимаешь? Да, девочки, мальчики? Я вот опять вот в театр, короче говоря, вот так. Опять возле театра, лишь бы, конечно, машина это не сбила, да. Короче, вот так вот. А чё делать? Да. Театр, вон, как всегда. Ой, у меня минуты кончаются. Минуты кончаются. Продолжим потом. Короче, такой кофе, кофе-латте купил. Оп, все плюет, да. Оп. Пошли. О, дождь пошел. Девочки, мальчики, дождь пошел. А я без зонта. И птички полетели. Вон, видишь, как всегда, господи. Дождь. Короче говоря, вот так, ребят. Ой, дождь опять идет. Пипец просто. Просто пипец. Ну, мы дождь любим. Вот моя машина, Nissan. Короче, такая. Девочки, мальчики, покупал за 3 доллара. Не, за 3 миллиона. Красивая машина, кстати. Но я не езжу. Я отдал в аренду. В аренду, девочки, мальчики. В аренде. Короче, вот так вот. А-ля улю. Бабульки. Танцы-манцы. На машине я приехала. И с машиной я иду. Друзья, как всегда. Ой, я немножко доползу. Стихотворение просто. Найнарина. Конечно. Ой. Нет бы, знаешь, ходить это по, это как сказать, по свету. По свету. Нет, я имею в виду по свету. Ой, как, блин. Выговорить не могу. По свету. По тому свету и поэтому нет, чтобы, знаете, чтобы солнце было, чтобы все хорошо было, ребят, а то по потемкам просто тащишься, как это, блин, поганец какой-то. Тыры. Ладно, буду кофе пить. Не, я бы, конечно, бы. Тут три зала, девочки, мальчики, три зала. А, даже не три зала, четыре было. Там концерт. О, на один пёс, смотри. Потерялся он. Ищем старых хозяев. Такую собачка потерялась. Вот. Короче, вот так вот. Ой, это вот сирень. Чи сирень. Вот эта сирень тоже. Сирень. Ой, девочки, мальчики. Идем уже с фонариком, девочки. Включился, ребят. Алям-улюм. Я не могу. Понимаешь? Мысли такие бывают разные. Очень разные. И что хочешь, блин, сказать? Я не знаю. Вот. Ой. Короче, вот так вот. Не будем мешать. Как там любовью занимаются. Просто вообще кошмар. Береза белая. У меня 3 минуты, блин, осталось тут. Надо это снимать. Да, девочки, мальчики? Королева, мать. А что делать? От королевы толку никакого. Понимаешь? Ой, некоторые такие говорят, ой, ты ходишь как дурачок, конечно,
Вы дурачков не видели? Дурачки совсем это... Это дурачки были. Такой. Листва тут такая. Вон она, смотри, красиво. Да? Красиво. Это тоже, это яблонька, яблонька, девочки. Старенькая яблонька, вон там вон. Еще яблочки есть. Такие. Но они такие. С кислинкой немножко. Ну ничего. Видите? По дорожке я иду. Да? Вон березки. Короче, тема такая, девки, мальчишки. Ой. Всю жизнь. А. Нет, как одна там. Ну, нету смысла видео. Ну как может нет не быть смысла видео? Каждое видео, оно, извините, оно несет что-то. Просто надо просто врубиться, я не знаю. Вот смотрите, давно я тут хожу, но вот видите, какая гора. Видите, какая береза. Такая здоровая. Просто, если, я что хочу сказать, если человек не может, ну, нету уже, то есть нет желания снимать, да, он закрывается в этом, да, как, знаете, в коконе. Как в коконе, закрывается и все. И типа, ну, в депрессии, да. Вот как я вот, да. Если я не снимаю видео, то я чувствую себя очень плохо. Понимаете? Если я не снимаю трансляции, мне тоже хреново. И вот включаю трансляцию, да, девочки, мальчики, мне очень хорошо, мне замечательно. Я чувствую себя вроде бы так вот, знаете, это вот кормушка, ребят. Чувствую себя хорошо. Я могу высказать, вот смотрите, девочки, мальчики, вот такая кормушечка. Помните, было у меня видео такое, я это зимой еще снимал. В прошлом году, да. В прошлом году снимал. Понимаешь? Тут, а это вот тоже вот. Это, по-моему, вот в этом году сделали. В этом, да. Короче говоря, вот так. Вот. О, кофе хороший, ребят. Очень хороший кофе. Замечательный. Сейчас я вам покажу дубы. Красивые такие дубы. Вот. Ну, что я хочу сказать. Каждый человек, как имеет то-то, то-то, то-то. Или то-то. Какой красивый это. Видите, опадает. Опадат. Листья опадат. Видите? Опадат. Ой, Господи. Я, как всегда, вечером выхожу. Как будто я это... Ну, как вампир, прости Господи. Мои прогулки такие. Ой, сегодня так хорошо, ребят. Очень хорошо, видите? Красота. Дождичек такой потихонечку так идет. Это просто... Вон там красное... Там красная это... Черемуха, ребят. Вон там вот эти деревья. Красная черемуха. Ой, короче, вот так вот. Жизнь всегда такая непредсказуемая. В одно время мне казалось, что я это не справлюсь с этим, с блогерством, понимаешь? Вот так вот. Когда работаешь, это и думаешь, это очень
интересно, понимаете, снимать видео и делать его. Понимаешь? Я свои видео, я никогда их, как сказать, не обрезаю. Если я, ребят, буду обрезать свои видео, и что с моих видео останется? 2 секунды, все. Остальное-то мат. Да. Понимаете? Короче, вот так. Да. Ребят. Кофе пьем. Видите? Капучино. Как же хорошо на белом свете жить. Правильно? Как же хорошо жить на белом свете. Вы так не думаете, а я думаю. Ой. Из береза, береза, береза. Смотри, какая береза. А была такая маленькая, маленькая, маленькая. Давайте на этом я закончу свое видео. Всем вам спасибо, что вы меня смотрите. Спасибо, что подписываетесь, ставите лайки. Какой бы я ни был, какой бы я ни был, а я добрый человек, милые мои. Главное, чтобы гадости тебе не писать, и это нормально, ребят. Понимаете? Короче, ладненько, милые мои. Всем вам хороших благ и здоровья. Самое главное, здоровье. Все, всем пока.